успеешь, что ли, все равно пробка. Сигналит. Есть тут ресторанчик один. Но я не ходила туда, слышала, что ребята ходили. Ветерок называется. И кофе с круассаном там стоит 1500 рублей. Направо шоссе Ильинска. Там по дорожке еще минут 10-15 и большой магазин «Глобус». Но туда уже перестали ездить, потому что открылся рядом между Одинцовым и работой. Есть еще один «Глобус» новый. Все радовались его открытию. Это было 2 декабря. О, движуха пошла. Ресторан.
Горы, вот Горки 2 мы проезжаем. Есть еще Горки 8, Горки 9, Горки 10. Почти все наизусть знаю. Вот мы заправку проехали, дальше будут магазинчики, и там есть банкомат сбербанковский. Атлас, что ли, он называется? Или Глобус Перекрест? А, Перекресток.